Привет. Привет. Тема? Я рекомендую вас слушать этот лайк и ходить дальше. Потому что что? Потому что вот это ей... извращение. Почему же это? Там много. Но никого не видно. Почему ты считаешь, что там извращенцы? Мы уже видели их там. Они любят ездить на велосипеде голые. Мне кажется, это их фишка. Фишка? А в чем фишка? Где? Где? Но это не голые. Нет, вон они. Вон они, но там не видно. Они дикие, поэтому их за забор спрятали. Короче, мы наконец нашли место в Хорватии. Где нет нудистов. Крутые апартменты. Да. За 26 евро в сутки, там трехкомнатная квартира с кухней, с огромной душевой комнатой. Но есть маленький нюанс. Тут рядом гигантский пляж нудистов. Ну они нам не мешают, они спокойные вроде, за забором. Все ну они да. Ушли уже. Их туда поселили за забор, чтобы они не буянили тут своими. Где же они? Мы хотим вам. Вон, мужик, я мужик. Говорю. Вон. Ты его прав. Он ехал на велосипеде, вы видели? А тут сейчас что насчет нудистскими какашками, наверное. Да, тут такое место. Сейчас мы сделаем паузу. Ой. Вон там еще один нудист загорал. Да, вот на шезлонге. Вам, наверное, не видно. Хорошо, что это не нигерский нудист пляж. Ты расист, что ли, у меня? Нет, говорят, что у них очень большие. А. Да, это было бы очень интересно. Посмотреть, действительно ли. Ладно, мы уже прошли. Нам, наверное, чтобы их снять, нужно прикинуться нудистами и пойти внутрь. Да. Можешь рассказать нашим. Пошли туда. Ну, в общем, пока мы искали место для нашего замечательного апартмента, то нам очень классные домики. Предполагалось, что там можно полежать в кровати и поесть столом. Да. Но опять было это волшебное слово «натурист», которое мы еще не знали. Мы еще не знали, да. Но нам подсказал два знака, что там все-таки туда не следует ехать. Кстати, море там. Адриатик. Короче, там нельзя фоткать. Так, спустимся и пойдем вдоль. Перечеркнутая одежда была. Да, а еще внезапно вдруг проехал голый мужик на велике. Я что-то замечаю, что мужиков, по-моему, больше, чем женщин на этом нудистском пляже. И поэтому Стас запретил нам туда ехать, наверное, именно поэтому. Да, тем более у меня такая обтягивающая футболка, я подумал. Что тебе надо на другой нудистский пляж, да? Что мне вообще на нудистский пляж нельзя. Вот, собственно, там впереди море. Хорошо, что мы не поехали на нудистский пляж. Да, у этого моря есть один маленький недостаток. Сейчас мы, вот видите, мы идем по прекрасным ступеням, все для людей, не надо ходить по земле. Надо было посчитать их. Ничего страшного. Море, кстати, более-менее чистое и прозрачное. Да, но... более-менее теплое. Более-менее, это когда, наверное, день и жарит солнце. Люди купаются. Сейчас тоже купаются. Итак, внимание, супер, пляж. Супер пляж. Вот мы и на пляже, собственно, а там вот. Какой пляж? Ну ладно, мы остановимся здесь и свяжемся с вами попозже. Всем пока.